idea how many people were eager to help us. We'll remind the Longbows where they belong. I have to kill you. Приветствую вас, дорогие друзья, это Ведьмак 2, Убийца Королей, и сейчас мы идем как раз-таки по заданию Кейрана. Кейран Тинекост. Нам надо отыскать некое растение в пещерме под эльфийскими руинами. На Тинекост нас направил как раз-таки наш друг эльф Седрик. Сказал, что именно в этой пещерке растет тот самый Тинекост, который нужен для того, чтобы успешно расправиться с Кейраном. Ну, здесь мы еще ни разу не были, поэтому пришло самое время нанести сюда визит. Я еще не знаю, что за опасности нас здесь поджидают, но, скорее всего, думаю, здесь будут накеры или утопцы. Наверняка. Ну, потому что именно эти твари обычно обитают в пещерах. Этого вида, да? Ну, я этого и ожидал. Как раз тут накер-воин и все в этом духе. Так, отлично. Так, а дальше их будет еще больше. Ну, давайте пока маленьких. Маленькими возьмемся, да, за маленьких. Не за воинов. Так, ну и арт, он, как всегда, самый такой, один из самых читерных знаков. Сейчас попробую сагрить. К сожалению, КТЕ не пошло. Отлично. Вообще на красоту. Да, сшибает наш ведьмак этих монстров только вообще только так, за раз. Ну что же, это классно. Одно удовольствие следить за работой Геральта. Так, тут мы видим труп. Труп эльфа. Скотина, Вот меня еще бесит больше всего, они появляются откуда-то из ниоткуда. Наверное, резаются за спиной. Ну, что поделать. Так, ну еще тут у нас крепкий сбалансированный нож. 5 штук. Ну, возьму. Не помешает. Я думаю, совсем не помешает. Так, что у нас здесь? Сердце. Ну, давайте возьмем мутаген силы, сердце и все, хватит. Так, а где же тут наш самый Тинекостик-то, ребят? Где же нам его найти? Так, опять разветвление. Так, тупичок. Ладно, посмотрим в этой кишке. Так, давай. Геральт, поднимайся, не тупи, я тебя прошу, не тупи, самое главное. Так, тут опять видим... трупов. Так, кольчужные накладки пригодятся нам по-любому. В качестве бонусов броньки покруче броньку сделать. Ух, ё-моё, нихера себе. Кто бы ты ни был, чувак, остановись. Я сказал, остановись, ублюдок. Это, наверное, кто у нас? Трупоед? Возьмем на всякий случай на ингредиенты. И вот он, наконец-таки, Тинекост. Отлично. Все, теперь нам надо приготовить эликсир мангуст. Мы его, по идее, можем прямо сейчас сделать. Так, эликсиры, посмотрим. Так, его, наверное, покупать придется. У нас только из известных алхимия. Так, погодите, а вот мангуст. Так, ну что, давайте создадим. Так, токсичность 25, сопротивление отравлению плюс 20 тысяч. Обалдеть, время действия 10. Так. Феромоны королевы Эндриак. Так, склеродерм, еще одну штуку, наверное, сделаем.
Хотя, в принципе, нам и одного хватит. Так, теперь нам нужно его выпить и, как я понял, пойти наконец-таки на Кейрона. Ну, судя по всему, карта нам это и говорит. Но сначала нам надо выйти отсюда. Да, судя по всему, сейчас пойдем валить этого монстра. Помню в первый раз, когда его пытался валить, конечно, очень много гемора испытал. Но сейчас, в принципе, нам в какой-то мере должно быть немного легче, потому что мы сейчас еще сделали ловушку. Ловушку на Кейрона. И она должна нам помочь. Ну, немного помочь все-таки. Чё ж ты, блин? Появляются из ниоткуда просто. Чтобы ну, вышли из преисподней, гады. Так, ну ничего, все, тут. Тут мы уже сейчас уже наконец-таки выйдем на божий свет, и нам тут уже нечего бояться. Я думаю. Так, давайте еще раз сверимся с картой. Так, агась. Все, сейчас мы пойдем в Афодзем, поговорим с Шалой. И, собственно говоря, с Шалой потом на это все дело вместе пойдем на этого Кейрона. Нам тут, по сути, своей больше-то и делать нечего. Мистическая река, Кейран Тинекост. Так, ну его мы обязательно еще выпьем. Конечно же, все, сейчас идем обратно. Так, и как раз-таки вот эта вот таинственная река квест, да, которую мы взяли у разбитого корабля, мы его как раз-таки первую часть выполним, когда будем покидать Флотзом. Но до этого момента надо еще потерпеть. Но, как я уже сказал, ключевой момент убийства Кейрона сейчас мы с вами совершим. В принципе, мы уже неплохо подготовились. А перед тем, как мы, собственно говоря, уже будем сражаться непосредственно с Кейроном, вот выпьем еще эликсиров, там ласточка, мангуст и все в этом духе. Так, ну и где-то наша шалочка-то? Так, она в другом помещении, да? Ну-ка. Привет, милая. Ведьмак, я ждала тебя. Нам предстоит убить монстра, который способен утопить целый корабль. Боишься? Нет, но лучше выманить его на берег. Предоставь это мне. Хорошо. Мне не терпится взглянуть, как ты будешь его выманивать. Уж я постараюсь, а вся слава достанется тебе. Слава? Ты будешь убивать его на берегу. Да, сейчас будет первая эпичная битва, первый босс, Кейрон. И наконец-таки мы избавим этот городок от этой твари. Ты узнала, откуда взялся Кейрон? Даже не пыталась. Ты знаешь, что его создал чародей? Догадываюсь. И что с того? Я должна чувствовать себя виноватой? Извиняться за какого-нибудь безумца? Не собираюсь. А ты откуда знаешь, что это чародей? Не знаю, просто предположил. Угу. Трис утверждает, что Кейрон создан магией. Она права. Нечто настолько огромное не смогло бы возникнуть в этих водах само по себе. Похоже, это последствия какого-то неприятного эксперимента. Тварь стремительно растет. И, видимо, так же быстро состарится. Но будет она стариться 10 лет целых, да? Ой, я смотрю, ты тут флиртовать хочешь, да, с магичкой? Если мы будем работать вместе, нам надо познакомиться поближе. Ты так думаешь? Ну, давай познакомимся. Ты подруга, Трис? Подруга? Скорее, коллега. Мы просто знакомые. В
Впрочем, я знаю всех ведущих чародеек Севера. Нас не так много. Поэтому мы стараемся помогать друг другу. На самом деле, это падло еще много каких бед совершит за время второй части. Что это такое? Выглядит впечатляюще. Мегаскоп. А что он делает? Он позволяет выполнять массу сложных магических операций. К примеру, связываться с другими чародейками. Короче, магический скайп, да? Не ожидал встретить тебя у Лореда. А я, наоборот, была уверена, что ты там появишься. Комендант болезненно ревнив ко всему, что касается его маленькой фактории. Поэтому рано или поздно каждый попадает к нему на ковер. И чего он от тебя хотел? Это мое дело. Тебе этого знать незачем. Мы не команда, Геральт. Мы просто убьем Кейрона, и все. Окейушки, давай, пошли. У меня есть все, что нужно. Пойдем. Отлично. Идем. Пошли, милок. Ты готов? Мне кажется, или ты накрасилась? У всех свои ритуалы. Мне очень жаль, но Кейроны не различают цветов. Закроем эту тему, Геральт. Пора вытаскивать чудовище из воды. У тебя есть какой-то козырь в рукаве? У меня всегда припрятан туз. Не дай себя сожрать, и скоро мы станем героями. Ну, я постараюсь это сделать. Твоими устами? Иди вниз. Я... Так, перед тем, как мы пойдем, я сразу поставлю Ирден. Даже на суше она очень опасна. Так, что еще? Так, можно еще корпус усилить. Усиление. Вот еще здоровье плюс 10. Но, пожалуй, знаете, вот эти кольчужные накладки я припасу для других доспехов. Потому что будут еще круче доспехи. А поставлю я тогда укрепитель волокон еще. Пожалуй. Ну и на этих доспехах хватит. Так. Затем ловушки. Ловушки для Кейрона. Ставим. Так, что еще нам понадобится? Так, сварю-ка я еще немного зелий. Однозначно. Так, эликсир еще у нас тут. А, так, это принять. Сейчас мы примем чуть попозже. Алхимия. Так, ласточка. Восстановление здоровья в бою плюс 1. Да, давайте создадим. Давайте 2. Так, затем Иволга. Что у нас с Иволга? Горение, кровотечение. Так, отравление. Понятно, зелье Петри. Увеличивает силу знаков. Ясно. Грача надо давать сделаем. Карачан, штуки 4. Ну, в принципе, гранч нам не особо сейчас будет нужен. Коричневое масло, кровотечение плюс 30. Танцующая звезда. Так, это все бомба. Вот давайте бомбочки сделаем еще. Нам они потребуются во второй главе просто. Саму мангуст. Так, все. Кровь Фальки. Ну и вроде, я думаю, хватит. Все, картечь мы уже не создадим, и Волга нам пока не нужна. Так, сохраняемся. Выпиваем все необходимое. Пока у нас есть такая возможность. Давай, Геральт. Так, ну, само собой, мангуст. И еще выпьем мы ласточку. Так, в принципе, еще что-нибудь можно одно. Ну, дайте грач. Отлично. Ну и я надеюсь, за то время, пока они будут действовать, эти эликсиры, мы успеем победить.
10 минут на все про все нам дается. Сразу еще раз сохраняемся. И спускаемся вниз. Так, по этой дороге, судя по всему. Ох-ох-ох-ох-ох, так. Где? Эпично сейчас будет, ребят, эпично. Хотя, наверное, надо было, наверное, выпить непосредственно перед тем, как мы уже придем, а то нам еще спускаться долго. Но я думаю, мы меньше, чем за 9 минут справимся. Токсичность в пределах нормы. Так что все. Поехали. Первый босс. Давай, Шала, не подведи. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин. У меня аж поджилки трясутся, потому что я помню, как я у этого Кейрона валил много-много раз. Первый раз. Ну чё, появляется скотина. Твою ж мать. Ты ублюдок, а? Фу, такую херню увидеть в реале. Нет. Это не каждый выдержит. Так, ну давайте перво-наперво поставим ловушку сейчас с вами. Вот сюда. Ой-ой-ой-ой. Да, все, ловушка сработала, отлично. Потом ставим Ирдана сейчас. Ну не сейчас, чуть попозже, ёпта, в дивизию. Что на нас начинает, блин, я смотрю. Негодовать у нас монстр-то. Ух ты, какая спадла-то, а? Ух ты, какая сучка. Так, Квенчик херачит, вот, отлично. Сейчас еще минус одна будет, я начну с крайних. Я начну, ребят, с крайних. Все. Так, минус два щупальца. Минус два щупальца, и у нас остается, по-моему, еще два. По крайней мере, остались только остальные крайние. Так, ну и его надо сейчас обязательно замочить до того момента, пока у нас тут Шала не помрет, скажем так. Так, давай, восстанавливайся вторая. Сейчас я сделаю Квен. Да твою мать, а. Дубль 2, отлично. Все, сейчас сделаем Эрден. Да че ты... Че ж ты будешь делать-то, а? Блин, ну нахера я это сделал? Ладно, копим энергию опять. Так, херачим еще раз Квен и переходим на Эрден. Так, нам надо допрыгнуть вот до этой херни. Так, давай, давай. Отлично. Гребаный камень, все, отлично. Так, да, давай, 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 херач. Херач по полной. Все, осталось одна щупальца. Всего лишь одно щупальце, ребят. Почему у нас энергия не восстанавливается? Ладно, попробуем сейчас так лезть. Лезть на уже готовые щупальца. Так, отлично. Вроде пока что еще все нормально. Забираемся дальше. Так, пробел. Скотина.
чё, все что ли? Это все? Нихера себе. Ё-моё. Чё нам осталось-то? Так, как я понял, нам надо наверх. Нам надо наверх и, наверное, потом спуститься к нему. Отлично. Кладем бомбу и... Бу-бух. Чё, это все? Это твоя мать, все? У нас получилось. Неплохая битва, Геральт. Ты как? Я чуть не обосрался, Шала. Эта подлюка меня поцарапала. Я слышала, ты бывал в переделках и похуже. Интересно, сколько правды в этих рассказах. Да ладно. Ну, смотря в каких. Если ты думаешь, что я стану пересказывать тебе твои подвиги, то ошибаешься. Хорошо. Что теперь? Пока труп свежий, я попробую извлечь все, что мне нужно. Конечно, было бы лучше перетащить всю эту гадость в мою лабораторию и приготовить больше ингредиентов. Но жалко тратить силу. И работы будет слишком много. Возьму только... Что именно ты слышала обо мне? Всякое. Я так понимаю, ты не хочешь об этом говорить. У меня нет времени, прости. Чем свежее ингредиенты, тем ценнее. Тогда до встречи. Не забудь о награде. Не беспокойся. Goodbye. Так, у нас сразу level up, но знаете что, сначала давайте посмотрим этого самого Кейрона. Что у нас тут есть? Блин, я обосрался, ребята, если честно. Ну а теперь все, мы должны получить награду, собственно говоря, за убийство этого монстра. И у нас сразу там целый, смотрите. Давай работать. Целый ворох заданий выполнен. Автоматом стал. Так, ну все, наверх мы уже не пройдем. Так, а тут что у нас? Вот, мертвые путники, ладно. Так, ну что, давайте сразу помедитируем. Так. И у нас сразу 2 очков таланта. Ну, во-первых, здоровье. Увеличим здоровье и... Так, сейчас я посмотрю, куда нам дальше по боевым навыкам двигаться. Так, позволяет контролировать удары противника. Так, урон от ударов в спину снижается на 200%. Так. На 150, на 200. Урон при ударе в спину. 150, так, урон от удара в спину 200. Ага. Ну, знаете, давайте я все вкачаю в здоровье, в хелку. Так, масло, что у нас тут еще есть? Агась. Ну да, вкачаю все в здоровье. Чтоб мне потом совсем не париться. Так, кстати, насчет мутагенов. В принципе, мутагены мы все уже вкололи в себе всевозможные. Ну что, я думаю, неплохая прибавка к здоровью, да? У нас будет дополнительная. То есть плюс 100, плюс 20 и плюс 100. Фух. Ну, в принципе, сколько нам потребовалось? Чуть больше 5 минут на все про все дело. Ну и, в принципе, надо сказать, что эликсиры сделали свое дело. Ну а ловушка на Кирана нам, в принципе, больше не потребуется отныне. Такс. Что у нас в инвентаре? У нас, по-моему, трофеи новые. Господи, смотрите. У нас плюс еще здоровье плюс 50 будет. И броня плюс 3. Офигенно. Ну тут, в принципе, смотрите, тут можно как?
А если мы поставим тролля, то тут у нас урон 9 будет. Ну, не знаю, урон 9. Намного ли это важнее? Мне кажется, все-таки броня плюс 3 и здоровье плюс 50 дополнительно это еще лучше. По крайней мере, мы теперь чувствуем себя намного более увереннее, чем до этого. Так, ну что, сейчас получим как раз таки награду. Мы придем просто в город героями, не меньше. Но на самом деле сейчас вся интрижка только-только начнется, друзья мои. Сейчас и к нам придет в гости, ну не придет в гости, но мы в скором времени опять увидим Йорвита, эльфа, да, на которого мы охотимся, которого мы должны найти. Он, конечно, с нами прям в открытую конфронтацию пока что еще не входит, но оказывает всяческий отпор. Седрик, ты что тут делаешь? Что Йорвит собирается делать с Лоредой и местными людьми? Это знает только он сам. Но мне кажется, он и сам не решил. Он прячется в лесах. Тут засада, там нападение, потом исчезает на несколько дней. Но серьезных боев пока не было. Он ждет, когда комендант потеряет бдительность. Так может показаться на первый взгляд. Только вот Йорвит прославился своей решительностью. Он не раз сражался с регулярной армией. Нападал на города куда больше Флотзама. Прежде он не готовился к бою так долго. Это на него не похоже. Или я чего-то не знаю? Ну, спасибо за наводку. В любом случае. Так, что у нас еще тут есть? Что можно у тебя взять? Красная мгла, смердяк... Так, зерикание. Сон дракона. Слушай, возьму-ка я у тебя сон дракона. Ожог. Так, что еще тут у тебя есть? Чертов грипп, отравление. Кусач. Так, ну это уже все ловушки, это понятно. Опаньки. Чертеж, накладка из панцирей Кейрона. Вот. Вот что нам надо, что она, кстати, дает. Сопротивление отравлению, кровотечению и энергии в бою плюс 5, броня плюс 1. Отлично. Вот эту тебе обязательно покупаем. И, в принципе, еще я возьму у тебя сон дракона. Рецепт. Все. Отлично. Сейчас заодно скрафтим. Точнее, скрафт. Ты мне сам. Так, где у нас там накладки из... Накладки из панциря Кейрона, да. Ах ты твою мать. Так, нам не хватает кожи. Ладно, сделаем. Потом чуть попозже найдем в городе. Но это, в принципе, уже не проблема. Кожу найти... По ходу игры найдем, там надо еще две штуки найти, просто-напросто, вот и все. Тем временем, время действия наших эликсиров подходит к концу, ну а мы сейчас приходим во Флотзам настоящими героями. Открывай дверь, и сейчас тебе будут рукоплескать, парень. Так, а дойти нам надо до самого Лореда, как я понял. А, нет, сначала до торговцев, а потом Лореда после того, как мы сейчас поговорим с торговцами, да, на торговой площади, Лореда потом закатит пирушку в честь этого знака. Знатную. Так, ну все. Кейрон мертв. Хорошая работа. Деньги твои. И прими на память вот эту вещицу, чтобы не считал нас скупердяями. Шикарно, а что ты мне дал, интересно? Так, ну что? А вот и ты. Как там в гостях у господина коменданта? Он может помочь нам. Или заковать в цепи и сбросить в реку. Он говорит, что на барке держат пленных с Кейтаэлей. А он сказал, что там же находится Киарана Эаснилан, правая рука Йорвита. Нет. Попробуем его навестить? Может, он что-то знает про убийцу королей?
Давай. Это верно. Ну, это, друзья мои, мы уже с Трис разузнаем это в следующей серии. Мы сейчас туда направляемся, и я буду рад вас встретить уже в следующей части Ведьмака 2 Убийца Королей. Всем до скорых встреч и пока!